И первым я приглашается из Швейцарии город Цюрих. Ясубей Эномотта! Ясубей народу успел победить на турнирах РФСС как раз в прошлом месяце он решил на суде выиграл у Михаила Рогозина. 84-850! Сейчас никто года регулярно в России берется Ясубей. Приветствуйте его соперника, бойца из России, представляющего город Екатеринбург, Иван Штырко! Инфанка для которого процедуру взвешивания сегодня станет, наверное, самой нервной в карте. Иван Штырков абсолютно новую для себя рисунную категорию пробует. Уверен, он будет на сцену. Сейчас внимательно слушаем цифру. 84-850! Новый вес, ну и хорошо знаком в уральский хаос в местной публике. Много раз он радовал нас яркими боями в РСС. Дамы и господа, давайте аплодисментами поддержим бойца! И главного боя турнира РСС-7. Средний вес 183,9 кг. Приветствуйте бойца из Соединенных Штатов Америки, город Нью-Йорк, Дэвид Бранч! Дэвид Бранч, представитель Бруклина, район Нью-Йорка. Свою карьеру провел уже 28 поединков, 22 из которых выиграл. Все его бои до этого проходили в США, в том числе в UFC и в Беллаторе. 84-250! Дамы и господа, приветствую его соперника, бойца из России, город Омск, Александр Шеременко! Александр Шеременко, настоящий бой станет третьим под эгидой РСС, дважды он возглавлял номерные турниры организации. 84-50! В декабре прошлого года задушил немца Леонаса Пильштайна, в мае нокаутировал бразильца Виска де Андраде, но всегда очень яркими, зрелищными и по-настоящему нервными получались поединки Александра Шеременко по прозвищу «Шторм» в РСС. Посмотрим, как случится в этот раз.